Среди тех, кто претендовал на титул «Спортсмен года», хорошо знакомы многим атлеты Оренбуржья. Бронзовый призер чемпионата мира по слэдж-хоккею Михаил Чекмарев, рекордсменка европейских игр в Баку, победительница первенства мира по плаванию Мария Каменева, трехкратная чемпионка России по боксу Виктория Гуркович и многие другие. Поначалу лидировал игрок клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Алексей Смирнов. Затем вперед вырвался футболист «Газовика» Артем Делькин. И уже на финише борьба развернулась между чемпионкой мира по пауэрлифтингу Ириной Примаковой и победительницей первенства Европы по боксу Индирой Шудабаевой. Сегодня в студии «Орин Информ» лучшие из лучших, те, кто набрал максимальное количество зрительских голосов. В этом году самым заметным в команде «Оренбургский газовик», который лидирует в футбольной национальной лиге, стал Артем Делькин. Он забил больше всех голов, 16 мячей, поэтому вот он у нас награждается призом за третье место и дипломом. В силу плотного графика обладатель третьего места за призом не пришел, но победитель и вице-чемпион время выкроить сумели. Эта хрупкая девушка поднимает вес в 3,5 раза больше своего собственного. Я приглашаю на эту сцену Ирину Примакову, чемпионку мира по пауэрлифтингу среди юниоров. Она заняла 2-е место в нашем рейтинге. В сентябре 2015-го в Праге Ирина доказала, что неподъемных задач не существует. На чемпионате мира по пауэрлифтингу она опередила украинку и американку, набрав в сумме троеборья 372,5 килограмма. Перед соревнованиями и во время за девушку переживал ее жених Андрей Филиппов, с которым, кстати, Ирина познакомилась в спортзале. Была онлайн-трансляция, вот, очень следил. Вот. И последний момент в третьем подходе, это был вообще самый волнительный момент. Вот, но все-таки фортуна оказалась на нашей стороне, и мы победили. Наш конкурс, его цель – это позиционирование оренбургских спортсменов в средствах массовой информации в сети интернет. Мы должны знать своих героев, своих победителей, тех, кто защищает цвета нашего флага, честь нашей страны, нашего края. Я хочу пригласить на сцену девушку с характером, и не только с характером, но еще и с хорошим ударом. Индира. Гром и молния. Диплом победителя я тебе вручаю. Молодец. Так, действуй дальше. Побеждай. Нам нужны чемпионы в боксе. Набрав наибольшее число зрительских голосов, звание «Спортсмен 2015 года» завоевала победительница первенства Европы по боксу Индира Шудабаева. Победить было очень сложно. Все соперники были очень достойны. Вот, борьба была очень упорная, но я победила, потому что я хочу сказать за это спасибо тем, кто за меня голосовал. Это мои родственники, мои друзья, вот, товарищи по спорту. Вот, большое им спасибо. Это вообще очень значимый такой титул, и я очень рада, что его получила. Она обошла не только представителей других видов спорта, но и своих товарищей по сборной области. Среди кандидатов на победу в конкурсе было еще 3 боксеров. Поклонница Мухаммеда Али в этом году заканчивает школу и, кстати, идет на золотую медаль. Целеустремленная и молниеносная Индира буквально за пару часов до конца голосования опередила свою ближайшую преследовательницу Ирину Примакову всего на 20 голосов. Молодец, хорошо, я очень уважаю такой спорт, и тоже не женский, как говорят, и такая тоже воля к победе, она очень большая, молодец тоже, первенство Европы тоже выиграть очень тяжело. Сильных и упорных девушек ждут всероссийские соревнования, к которым они усиленно готовятся. Онлайн-проект «Спортсмен года» будет продолжен. Кто войдет в список кандидатов на победу в 2016-м, покажет время.